Региональная идентичность. Многие слышали это словосочетание, однако не так много людей, которые точно знают, что оно значит. Оно означает, что человек осознает значимость того, что родился в Ульяновской области. Сегодня в копилку идентичности добавилось еще одно яркое событие. День города Ульяновска, столицы региона. Дата имеет огромное значение для всех, кто родился и вырос в Ульяновске. Для всех, кто трудился и трудится на благо нашего города, нашего региона, нашей страны. Для всех, чьи родные и близкие жили и продолжают жить в этом городе. Именно в этот день самых достойных ульяновцев заносят в книгу «Герои малой родины». Кларина Шатько отдала всю жизнь Ульяновскому драматическому театру. Наверное, каждый житель региона хотя бы однажды видел ее на сцене. Сцена каждого сельского дома культуры помнит ее шаги. Она – это живая история культуры региона. Не случайно именно ее имя сегодня внесено в книгу. Город вообще для меня стал моей религией. Я на него молюсь, я ему благодарю, я его боготворю. Я хочу жителям города Ульяновска и области просто послать большой-большой поклон земной и поздравить их с этим праздником. И старый и млад веселились от всей души. Кто-то катался, кто-то танцевал, кто-то спортивно отдыхал. Площадки на любой вкус радостно принимали всех желающих, от которых, в свою очередь, не было отбоя. Довольны сегодняшним днем все. Поздравляем нас замечательный любимый город с праздником. Хотим пожелать ему процветания, чтобы он становился только лучше. Это замечательный город, в нем прекрасные люди. Всем советуем приезжать и наслаждаться красотой этого города. Это самый лучший день города. Здесь всякие разные развлекаловки, шарики раздают, чай, молоко, все очень вкусно, интересно. Я сама выступала, вот, очень много народу, и все очень хорошо, и погода тоже радует. С днем рождения, Симбирск-Ульяновск! Редакция Улправда ТВ присоединяется к поздравлениям, пожеланиям и ликованиям в твою честь. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.